жопа. Убирай! Тра! Оп-оп-оп-оп-оп! Всем привет, чуваки! Короче, выехали мы на хот-топ кататься. Тут уже все растаяло. Все классно, погода сегодня классная у нас. Короче, проблема у меня такова. Вот это? Да, сейчас, подожди. Поломалась у меня левая педаль. У меня есть запасные, вот такие вот культ. Проблема в том, что педали стояли 3 года, и они заржавели у меня полностью. И я, короче, не могу открутить. Но Давид, как у нас силач, прошу Давида открутить педаль. Надеюсь, у него это получится. Но если у него не получится, он взял с собой ВД-шку. Неудобно, понял? Поверну. Так переверни велик. Сейчас посмотрим Давида. А ВД-шка? Дури хватит. ВД-шка. Чувак, неудобно, понял? Вот так удобнее намного. ВД-шку он взял, но он сейчас хочет силы свои проверить. И сломать мне шатун. Свернуть, понял, катеру. Смотри, пустили типа Артура нет. Ай, Артур лох. Сука, Артур, Давид силач, просто без ВД-ки открутил. Это просто ключ сильный. Не, реально, ключ я по-другому отключил. Братан, помнишь, я ключ сломал, но это я сильный. Дион Лой. Короче, мы с Мекасом пробовали, Мекас ключ сломал. А Давид молодец, взял и открутил. ВД-шку надо в самом последнюю очередь. Короче, чуваки, вам совет, надо смазывать велосипед хотя бы раз в год. У меня педали стояли 3 года, и я их не смазывал. И они заржавели, прикипели. Короче, у меня тут есть педалька. А сколько? Вообще не раз в год. Ну раз в год это рекомендуют. Не, на смазку просто. Да я на смазку ставил. Раз, блядь, в 3 месяца, я не знаю, перебирать велик. Было бы хорошо. Так, все, теперь у меня имеются педали культ. Месяц педали откручивал. Реально, я месяц ее не мог поставить. Так, все, короче, педальки культ у меня уже стоят. Все, чиназу. Сейчас будем кататься. Раскатываться, пока тепло на улице. Погода еще позволяет нам покататься. Надеюсь, сегодня поедем еще куда-то в стрит покататься. Не только на хот-топе висеть. Так, короче, у Давида первые раскаточные трюки. Это опа бар на мену на VIP с поребрика. Давай. Сука, а только что без камеры сделал быстро. Как только включается камера, и все, и трюки просто забываются. А только что с первой попытки сделал опа бар на мой новый. И Давид открывает этот влог своим мэнл випом. Красавчик! Пизда. Следующие претенденты на трюк это Мекас и Эдуард. С задумкой чиназы. Поехали. Задумка еще. Ну давай просто попробуем другое вообще тему. Второй трюк погнал. Теперь Мекасишка со своей линией. Сильнейший трюк был, который Мекас научился только что. Так, на очереди у нас Миша. Миша, блядь, должен открыть этот хот-топ в 2021 году. Блядь, давай блядь. Задумку свою. Да я хочу трак с борта, но я, ебать, не знаю, сделаю я его или нет. Ну давай, раскатывай. Делал трак. Сейчас будет трак с борта от Миши. Надо у которого 1 300 000 подписчиков в ТикТоке. Что-то да. Что, вы понимали, с кем я катаюсь, пацаны? Звезда, блядь, ТикТока. 1 300 000. Оп, Давид Барчик в анете сделал. Ладно, пока Миша... Пока Миша не с ТикТока на месте, придумывает себе линию. Придумаю я себе линию. Короче, походу Миша не сделает сегодня трак, потому что Давид сегодня не делает. Не траковый день сегодня. Походу сегодня не траковый день.
Давай. Ну давай сейчас, Давид делает, и ты за ним сразу. Если не делаешь, по срачу даем. Каждый. Смотри, нас тут, блядь, 6 штук. Все, забились, короче. Если Миша сейчас после Давида трак не делает, ну хотя бы не пробует, то ему по срачу все вместе даем. Давай. Поехал. Тишина на площадке. По срачу, на. Или тебе... Да нет, сейчас... Давай одну попытку еще. Да, одну. Одну даем. Надо, ты там руку отпустил. Давай, давай. Так только что вообще тишина была. Даже машины не ездили. Ну, это точно срачи. Сука, я готов был. Дайте последний. Все, честно. Честно, кручу. Ну, смотри. Я уже готов был стрельнуть ему. Оу! Ну, молодец, сейчас. Давай добирай, давай. Подруби себе из Наруто музыку и давай, погнал. Йоу, собаки, Наруто в бумаге. Трак был. Что такое? Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Так, Миша там что-то чувствует, сейчас, походу, сделает. Давай, он уже чувствует. Сейчас он сделает трак. Ладно, берем рекламную паузу на данный момент. Миша устал, травмировался. Надеюсь, он это доберет. А что? Давид, давай я раму выкину. Убирай ногу. Убирай ногу. Убирай. Чувак, это было охеренно, я тебе скажу. Было бы прикольно, если бы ты сделал. Бля. Бля. Вот сейчас вообще почти уехал. No! Я говорил, я сделаю хуйню! Блять! Молодец! А ты мне не верил! Закрыл, закрыл ход. Нормально более-менее? Фу, ебать! Ну, с бичом, но... Ну, блять! Нормально? Классное ощущение? Охуеть! Миша, ну, молодец! Смотри, ты когда... Короче, все по трюку сделали, да, сейчас да, будем, да, наверное, куда-то двигаться. Проедемся, покатаемся, потому что мы уже раскатались, уже успели замерзнуть, пока Мишу снимали. И сейчас поедем кататься куда-то. Воу! Ну вот и все. Это было трудно. Что тут, покажи, что у тебя с рулем. Тут бада щель. Короче, чуваки, у кого есть руль лишний, прошу подарить Эдику, если у кого-то есть. Пишите мне и найдем Эдику руль. Я думаю, что у кого-то есть по-любому. У тебя есть руль? Нет. Короче, переместились мы уже на Советскую. Из-за холода нас становится все меньше. Пацаны разъезжаются, остались только сильные, которым холод не помеха. Катаемся. Придумал, короче, линию. Сейчас попробую ее сделать, и Артур мне снимет ее. Домой. А ну, Бодя, сейчас, Бодя. Вот, блядь. А ну, Бодя, пару слов расскажи про велик. Охуенный вот этот BMX. Вот я это могу даже показать этот трюк. Chicken О, давай ball. Трюк показывай. Chicken bar. А, chicken bar. Скажи. Молодец. Парень мочит. Скоро будет с нами в тусовке давать джазу. Тяжело, холодно. Горло болит от холода.
ебать. Вообще полный пиздец. Хоть бы не соли труп был. Полный был. Смит. Ванетти, дабл, индиан, все. Больше ничего не требуется. Больше ничего не требуется, кроме трюка. Понятно. Да что, блядь, не так? Ебать! Три попытки я делаю. Если не делаю, заберу в следующий раз. О! Полностью успокоился. Видели? Вот так вот. Все, короче. Все, на отдых. Не сегодня. На боковую. Фу, чуваки, около 100 попыток сделал, и нихера не получилось. Фу. Ладно, в следующий раз обещаю доберу, потому что я уже устал жестко. Фу, чуваки, ладно, в следующий раз. О, смотри, Бодя, свисток какой. На, посвисти. Короче, чуваки, почти велосипед для Богдана собран. Остался один подсидел нам найти для пивотальной сидушки. Пацаны, а у вас нет интернета раздать, не? И будем, короче, собирать ему велик и весной отдадим ему. Ты рад? Рад. Очень? Очень рад. Скоро запишу вам видос, как я буду собирать велик и покатаюсь на нем чуть-чуть. Покажу, что на нем реально кататься. Так, короче, Эдик тут придумал себе линию, тоже не очень легкую, на этих блоках. Надеюсь, у него сейчас удастся сделать что-то. Будем желать Эдику удачи, потому что на улице холодно. Эдик, погнал! Эдик, ты шо, охуел? Ты своровал у меня почти линию. Ну, короче, у Эдика идентичная почти линия. Ну, совсем не такие трюки, но... Ну, почти, почти. И он намного быстрее это делает, чем я. Что? Щелки меня с братом. Сейчас щелкну. И батя наебало тут скорчил, я тебя базарю. Ну такое, такое. Ну такое опять. Ну, сойдет. Сойдет? Больше не будешь? Что, устал? Я понял. Вставай, не надо, братик. Слышишь? Короче, Эдику удалось сделать свою задуманную линию, а мне не удалось, к сожалению. В следующий раз я доберусь точно эту линию. Приеду, когда нормальная погода будет. Приеду и сделаю. Специально для вас. Пишите в комментах, у кого сложнее линия была, у меня или у Эдика. Эдик, молодец, давай пятишек.